По факту падения солдата-срочника с высоты в Минске возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия в войсковой части устанавливают следователи. Все произошло в 120-й механизированной бригаде. 21-летнего военнослужащего обнаружили сослуживцы на газоне. Рядовой был госпитализирован и сейчас находится под наблюдением врачей. Министерство обороны совместно со Следственным комитетом устанавливает причины получения травмы военнослужащим срочной военной службы 120-й отдельной механизированной бригады рядовым Андреем Макоедом. Установлено, что травма связана с падением с высоты. Между семьей военнослужащего и военным ведомством налажен тесный контакт. Всю информацию о состоянии здоровья Андрея Макоеда и его семья получает от лечащих врачей. Следователи отрабатывают различные версии, опрашиваются военнослужащие, назначена экспертиза, изучается климат в коллективе части.